Итак, видос хотел снять про фильтры для Керхера. Собственно, оригинальный фильтр стоит овер дофига денег. Как посоветовали, посмотрел везде вот на просторах, как говорится, нашего интернета. Фильтр от москвича 2141. Покупал 187 рублей. Полгода назад, сейчас 185 рублей. В принципе, такая на него цена. Что могу отметить? Он выше на 5 сантиметров, поэтому если делаете влажную уборку, у вас остается снизу там, ну не знаю, сантиметров реально 10, даже может быть 7. Вот с этим остается побольше. То есть фильтр либо будет у вас соприкасаться, мокнуть, поэтому после чего он у вас будет гнить, вот как вот, например, вот этот, да. Но этому уже давно, этому уже год, как говорится, нещадного образа жизни. Поэтому, в принципе, решайте сами, думайте сами, заходит все отлично. Но вопрос, как его закрепить. Вся фишка в том, что у старого фильтра оригинального, ну тут плохо будет показано, внутренний диаметр 8 сантиметров, если тут примерно видно, да, здесь 8 сантиметров и 4 миллиметра. То есть, когда насаживаешь его на вот эту гильзу, он, собственно, болтается чуть-чуть. Не знаю, как, насколько это обязательно, но я, в общем, сделал двухсторонний скотч, сделал его тоненьким, там, по 5 миллиметров, 4 раза обмотнул. Сейчас он более-менее там фиксируется, и, ну так туго. Но так как здесь как бы вот такая мягкая резиновая пенка, смысл основной в том, чтобы у старого фильтра вот была такая штучка, и я здесь оборвал резину, высунул ее. У этой штучки есть вот зажим. Этот зажим притягивает фильтр вот к этому креплению, и он, то есть, мертво стоит. Иначе, если мы его так поставим, когда мы его перевернем, он просто упадет. То есть, ну вот, да. Все, он выпал. И, соответственно, фильтр... Нет фильтра. Поэтому, что я сделал? Старая штучка, которая от старого фильтра, не знаю, сохранил, может быть, когда-то найду. Аналог с 8 сантиметров внутренним диаметром. Пока такого не нашел, не знаю. Вот, если мы его внутрь делаем, то есть он по факту, ну, прижимает очень плохо достаточно. Ну, хотя, в принципе, он прижимает, но образуется вокруг щель, куда может попадать лишняя пыль и забивать мотор. Вот, поэтому такой себе вот он выпадает. Было принято решение сделать вместо него аналог. Подумал сначала, может, из какого-то пластика. Потом под руку попалась... Вот такая вот бутылочка, покупал в фикс-прайсе, не знаю, рублей 17, может 20. Вот там для всяких вещей, вот мед, например, да. Вот от нее крышечка, она ровно 8,4 в диаметр сантиметра. То есть я ее вот таким образом туда запихнул, но предварительно сделал, по-моему, 20 сантиметров, 22 миллиметра. Ну, ровно вот взял под этот вот диаметр вот крышечки, которая шла в комплекте, да. 2 сантиметра, по-моему, разберетесь. Сделал диаметр вот этого внутреннего колеса. И для крылышек сделал еще вот маленьким сверлом. Такие дыщ-дырочка, дыщ-дырочка. Все. И у меня теперь получается вот туда ровно вставляется эта штучка. Сейчас попробую вставить. Вот, собственно, я ее вставил, да. А вот так вот она выглядит изнутри. То есть, понимаете, да? И теперь, соответственно... Она очень плотно в распорку там стоит, не надо никаких двухсторонних скотчев. Там кто-то на 3D принтере там продает за бешеные деньги вот эту вот эту, как говорится, штучку. Да, ну крышка. В принципе, если найдете какие-то крышки другие, может быть, найдете от консервов и чего угодно. Тут, блин, ну, 5 минут подумал, в принципе, решил вопрос. Да? Дальше вот мы идем тут. Когда вот я ставлю ее, получается. Ну, на старой фишка была в чем, что... Поясню, да, я не стал делать дырку большую на старом, например, сделана дырка гораздо больше. То есть они, чтобы они ленивые жопы, вот видите, они вместо того, чтобы сделать, где вот эти вот крылышки выступающие для них отверстия, они просто сделали максимальную дырку. Ну и в целом этого, наверное, хватает, можно, наверное, и так сделать. То есть на старом же держалось. Ну, я решил сделать так, мне понравилось. Соответственно, вот у меня отверстие. Вставляю туда старую пробку. Максимально опускаем к низу пробку, эту самую крышку, чтобы она придавила. Да? И теперь просто поворачиваю вокруг своей оси. Все. Все, вот я его поднимаю на фильтре.
тут, в принципе, снизу, ну, более-менее держится. Держится нормально. Вот. Теперь, соответственно, мешки, кстати, тоже на Озоне нашел. Что-то там 300 рублей 5 штук, не тканные. В принципе, не жалко. Там есть под разные, кстати, модели. Под V2 и V3. Обращайте внимание. Они, у них, я так понял, разные крепления. Вот, все, вставили мы этот фильтр. Пошла жара. То есть, вот, не надо... То есть каких-то лишних инструментов. Но вот эту штуку я не знаю, то ли сохранить ее, то ли что сделать. Я даже не знаю, что с ней делать. Может быть, даже сохраню, может быть, действительно найду когда-нибудь под 5, ой, под 8 сантиметров внутреннего диаметра фильтры. Вот. И последний еще раз, в который раз. То есть это длинный фильтр, он где-то становится длиннее, естественно. По-моему, на 7 сантиметров длиннее. Поэтому думайте сами, решайте сами. Для влажной уборки, возможно, это будет критично. Что воды уже поместится мало. Еще раз я это повторил. Так что вот так. Я, в принципе, доволен. 182 рубля. Фильтр купил, проработал, не жалко. Выкинул, ставил новый. Мыть и продувать вот это вот все великолепие. Ну, я считаю, это глупость. Да, оно все гниет. Вот там, видите, оно все уже сгнило. Это уже плесень. Ну, это, как говорится, хотите грибки? Ну, ради бога. Зачем это? Я вообще не вижу смысла. 180 рублей не жалко. Там хватает надолго. Мешки, также оставлю ссылку под описанием, то есть нетканные, 5 штук, там что-то 300 рублей, ну это вообще копейки. Ну, в принципе, надо осознавать, что там, например, какую-то штукатурку, там гипсокартон засасывает. Ну, зачем забивать фильтр, когда это можно в мешок и выкинул, да? Ну, хотя каждый решает сам, тут, как говорится, ради бога. Так что вот так вот, удачи всем.